Дамы и господа, говорит старший бортпроводник. Наш вылет задерживается на несколько минут. Связи со снятием с рейса пассажира, нарушающего правила поведения на борту. Приносим вам свои извинения за причиненные неудобства. Наземная служба города Челябинск предупреждена о задержке вылета и окажет вам необходимую помощь и содействие по прилету. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, this is Chief Flight Attendant speaking. Our flight is delayed for in few minutes to the removal of the distributed passengers from the aircraft. We apologize for the inconvenience. Airport staff in Chelyabinsk have been informed about the delay and will provide any necessary assistance upon arrival. Thank you.